Чуть больше месяца до того времени, как нам уезжать. Примерно середина нашего пребывания в Таиланде сейчас. И знаете, у меня такое чувство, что мы приехали только вчера. Так быстро время летит. И уже я начинаю скучать за морем, за теплом. Кажется, что мы вернемся, это будет в марте, и наверняка еще будет холодно. У нас часто и снег в марте выпадает. Так что вернемся в настоящую зиму. И вот такой перепад климата, мне кажется, грозит депрессией. Кстати, у меня спрашивали в Инстаграме, подписывайтесь на мой Инстаграм, если еще не подписаны, я там часто пощу фотки, что как март принес смену климата, смену часового пояса. Ну, естественно, мы какое-то время привыкали к смене времени. Около недели, наверное, заняла адаптация, но насчет климата я не понимаю, в чем проблема, если мы уезжаем из зимы в лето. Вот наоборот, я немного переживаю, чтобы он там не простудился, потому что из лета в зиму это, мне кажется, намного более стрессово для организма. Маршрутку. Здесь нет таких остановок, как обычно бывает. И просто нужно ловить на главной кольцевой дороге такой пикап с открытым багажником. И там стоит лавочка. В общем, я покажу, как это выглядит. Мы еще ни разу не пробовали так ездить. Вот в этой вилле у нас забронировано жилье. Здесь такая территория зеленая, красивая. Есть бассейн. И сейчас хотим найти менеджера для того, чтобы посмотреть в середине жилье еще. А вот там уже море. Поднялись по дороге чуть выше, и смотрите, какая красота. Идем сейчас посмотреть, какой пляж. Он здесь достаточно мелкий, но нам, в принципе, глубокого и не нужно, потому что я вообще не плаваю, ну а Марку мелкий как раз подходит. И сейчас, получается, вы уже видели дом, где мы живем сейчас. И вот, по крайней мере, внешне этот дом. И как вы считаете, какой лучше? Стоит нам оставаться там, где мы сейчас, или все-таки переехать сюда еще на месяц? Пишите в комментариях.
проходим через довольно-таки симпатичный резорт на пляже. И что хорошо в Таиланде, что весь пляж общий, то есть здесь нет такого, как частный пляж, как какой-то конкретной гостиницы. Пляж считается городским, и зайти на пляж можно через территорию любой гостиницы. А вот уже и сам пляж. Ну, пляж здесь однозначно красивее. Домой решили заехать на одну из достопримечательностей нашего пляжа. Она находится в самом начале Ламая. Это Кинтахиньяй, как-то называют. В общем, это скалы в форме мужских и женских половых органов. Вот там, собственно, в форме мужского, а женского не знаю. Где еще? Но здесь достаточно много народу. Сейчас будем смотреть, что здесь и как. Вообще сейчас штормит. В общем, не знаю, насколько действительно здесь сходство есть с тем, из-за чего это место стало известным. Но, по крайней мере, красивые скалы, красивое море. Здесь еще смотровая площадка пляжа Ламай. Я сейчас поднимаюсь довольно высоко. О, красиво. Смотрите, какое прикольное мороженое кокосовое, прям в настоящем кокосе. Классно, конечно, что здесь можно купить на рынке, в магазине любые морепродукты и всего этого наесться. И вот, например, сейчас я вот таких вот кальмаров буду готовить, но я как-то немного побаиваюсь их, потому что не знаю, с какой стороны приступиться. И в YouTube, например, показывает только как вот это вот вверх готовить, а вот это что внизу, это, наверное, нужно выбрасывать или как. А здесь вообще тоже написано, что кальмар, но оно как большой щупалец. В общем, не знаю. Сейчас буду одевать перчатки и как-то над этим колдовать, потому что, допустим, рыбу я вообще не могу разделывать, боюсь головы. И тут тоже страшновато. У него есть глаза или какие-то органы. Это вроде бы там в середине в шапочке. Ладно, буду приступать. Собираться с духом и приступать. Привет! Сегодня у нас последний день на пляже Ламай. Завтра мы переезжаем на Натон, это другой район острова Самуи, другое жилье. И решили вечером пройтись по пляжу, последний раз по этому пляжу. И даже не верится, что уже пролетел целый месяц. Марк здесь что-то несет. Доминикана.
dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Ya tanto que baile, no.